Москва, 26 авг, Эрспорт. Россиянка Елизавета Куличкова пробилась во второй раунд квалификации открытого чемпионата США по теннису. Куличкова в первом раунде в двух партиях справилась с хозяйкой кортов Дженнифер Брэди, выиграв со счетом 6-2, 6-4. Матч продолжался 1 час 16 минут. Соперницей Куличковой во втором круге будет итальянка Настасия Бернетт.